Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, сезон в игре Brawl Stars подошел к концу. И знаете, у меня сезон получился очень продуктивным. Я поставил много рекордов, поднял многих персонажей на 30 ранг. Блин, на Мортисе я апнул самый последний ранг. Я взял топ-1 мира, честно признаюсь, меня это очень сильно вдохновляет. Я так рад, что у меня получилось. Да, я апался с топами, да, с очень сильными ребятами. Но честно скажу, я вот признаюсь, я думал, даже с ними у меня ничего не получится. Но Благо, все вышло, и я апнул топ-1. Очень приятно, очень классно. Сегодня мы сейчас зайдем в игру, посмотрим, что мне дадут за топ-1 мира на Мортисе. И самое страшное, что сегодня произойдет, это Никитос попробует сегодня на Мортисе затащить. Постараюсь. Ты играл на Мортисе хоть раз? Да, я играл, у меня на нем почти 600 кубков, но я на нем не играл прям очень хорошо. Ну, короче, не очень, да, на нем? Надеюсь. Короче, сейчас мы попробуем дать младшему брату поиграть на Мортисе, но для начала давайте зайдем в игрульку. Бу-бу-бу-бум! Ставьте лайки, подписывайтесь! Фух! Так. Ай, ай, ай. Так. 1000 кубков забрали! Просто жесть! Просто жесть! Так. Так. На Мортисе сколько? 1000 кубков, 420 этих жетонов. Кстати, у Никиты есть свой канал, называется Хэз. Давайте я вам быстро покажу. Вот. Если кому интересно, там до 100 тысяч немного осталось, до серебряной кнопки. Никита выпускает ролики не каждый день, но он копит сейчас на оборудование, у него нет хорошего компьютера. Вот, как накопит, как мы соберем ему на компьютер, он себе сделает рабочее место, ну, может, будет стримить, снимать в будущем. Вот, пока вот пытается, кому интересно, можете поддержать, он будет благодарен, я уверен. Ссылочка вот в описании. Да, в описании. Подсказывайте ему что-то, если он где-то ошибается, если у него где-то что-то не получается, вы ему все это пишите, любую критику ты воспринимаешь адекватно, правильно? Да. Все. Но спасибо вам за то, что вы его поддержите. Реально, тебя много поддерживают, моих подписчиков и твоих, поэтому спасибо. Мне приятно, и тебе, думаю, тоже, да? Да. Кто бы сомневался. 8200 жетонов. Ну что ж, забираем. Забираем. Косарь кубков! Мортис на 35 ранге. Так, ну что ж, что у нас по картам? В ШД будешь играть или в 3 на 3? А 3 на 3 с рандомами? Ну да. Или, ну, давай попробуем ШД. ШД, да? Мне... Сейчас проверим. Кстати, я до сих пор в топ мира на Мортисе. Я в топ-1. Посмотрите, я на первом месте до сих пор. Ну и сейчас, скорее всего, произойдет то, что должно рано или поздно произойти. Ну что ж, держи, малой. Точно, в ШД пойдешь, соло? Давай попробуем, да, ШД. Это будет страшно, очень страшно. Очень страшно, мы не знаем, что это такое. Если бы мы ждали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Ну, мне на самом деле уже не важно. Я побывал в топ мира, я апнул 35-й на кубке, мне уже абсолютно плевать. Тем более, это уже ничего не значит. Это и так чисто для галочки было. И в плане рофла. То есть, ну, я топ-1 на Мортисе, серьезно. Понятное дело, что я не заслуживаю этого места. Я не играю как топ-1 мира на Мортисе. Это просто такой стёб. Прикольно, что я туда залетел. Гля, быстро подобрал. Нашла гадку. Ой, боже. Мне страшно. Это, тебе подсказывать? Оп, или нет? Так. О, кстати, там тоже Мортис. А ну, блин, если ты затащишь, это будет что-то нереальное, Никита, я очень переживаю. Иди забирай эту банку. Боже, я очень хочу, чтобы ты затащил, братец. Я реально переживаю. На самом деле, я настроен на то, что ты проиграешь, но я буду в восторге, если ты выиграешь. Так. Не стой тут. Иди, крутись, крутись. Это ШД. И тиминг здесь, это нормальная тема. Так, все. Кстати, ты его мог бы убить, ну ладно. Я бы его убил уже. А, они ульту набивают, ульту набивают. Иди тоже к ним, иди тоже к ним ульту набивай. Так, стой, пока не этот. Боже, я 9... очень боюсь, что меня закрысит. Да-да-да. Иди тоже набивай ульту. Давай, прыгай на Фрэнка. Стой. Стой, убеги! Ну, не попадайся под урон. Никита, что за фигня? Блин, что они тебя бьют? Не ходи туда, там ворон. Да я вижу.
Мне больно, пожалуйста, не сливайте его девятым. Да, убеги куда-то. Все, хилься, хилься на грибах. Хилься, прыгни на ворона. На ворона прыгни. Боже, какая-то дуристика. Я не понимаю, как играть. Иди еще в бой. Ага, 11! Стой, дай заскриню. Я не пойму, почему его Фрэнк дамажил. Иди в бой. А ну да, я скатаю катку. Чисто сам попробую. Как же мне страшно. Я попробую сыграть, потом дам тебе еще раз. Ну, я ну, на самом деле, там можно было затащить. Ну, я понимаю, тебе страшно. Я ни в коем случае к тебе претензий никаких, Никит. Я знаю, что это сложно. Тем более, это Мортис. Сейчас попробую я. Посмотрим, что изменится. Ты занял 9 место. Сейчас попробую я сыграть. Давайте, как подберется... Мы подрубимся. Так, ну сейчас посмотрим, насколько я набрался опыта за время игры с топами. Но мне кажется, у меня ничего не получится. Я также 9-м сдохну, а то и 10-м. Я вообще не знаю, в ШД на самом деле это бред играть. Ну, я не знаю, есть топы, которые апали Мортиса в ШД? Ну, может, есть, но я думаю, это неправильно. Так. Так. Да нет же. Да нет же, не дамажьте меня. Ну не дамажьте. Я еще хуже сыграл, Никит. Давай еще одну катку я сыграю, потом ты. Это слезы. А как? А что? Как? А что я сделаю? Что я сделаю Фрэнку? Что я сделаю Пэм? Что я сделаю Биби? Что я сделаю Биту? Там, где у тебя катка была, там хотя бы вороны. Их можно было их растамажить. Ну да ладно, дело не в этом. Я тут ничего не сделал. Я пытался с ними затимиться, но они меня закрысили. Если есть люди, которые апают Мортиса в ШД вот так вот в топ мира, я не знаю, как они это делают. Ну, типа, я пытался затимиться, а как? А это по-другому никак. Если не будешь тимиться, тебя же толпой убьют. Ну, даже затимившись с ними, меня закрысили. Ну, окей, погнали еще. Я еще предлагаю попробовать ради эксперимента. Ну, сливать так сливать уже. Сыграть на Мортисе в трио, но с рандомами. И ты, и я по одной катке. Что с этого получится? Давай. Ну, как бы шо, уже кубки, уже все, они потеряны. Их уже нету. Да, их уже не вернут. Да и на самом деле, я бы и не был в топ мира на Мортисе, в топ-1. Парни просто в первый день не пушат, наверное. Блин, да хотя бы какое-то место занять, реально. Блин, так обидно, реально. Минус 11 и минус 12, жесть. Я настолько сейчас зол, что я буду крысить по-черному. Я их ненавижу. Я их ненавижу, этих шедешеров. Биты, Фрэнки. Вот с Биби, по-моему, точно. Он меня нравится. Может убить в стыке, кстати, но не делает это. Нормальный мужик. Так. Ну, у меня скоро будет ультец. Ну, куда ты дамажишь? Мразь. Биби там тоже. Успокоил их. Ай. Так, да ну не дамажь меня, крыса, ты поганая! Да ну это невозможно, ребят. Это невозможно, это потерянный режим. До свидания, мы здесь играть не будем. Что, теперь у нас цель вернуть косарь? Попробуй хотя бы. Ну это попа. Это попа. Это невозможно. Давай попробуем, что у нас карта. Попробуем сыграть на Мортисе на этой карте в трио с рандомом. Ты первый. Давай я первый. Так ты играл только. Давай, окей, я знаю, тебе тоже хочется. Давай. Мы будем в геймграб? Да, попробуем в геймграбе. Потом я одну катку. Ладно, давай. В ШД играть невозможно на Мортисе. Ну, это тупо нереально. Вот вообще. Просто даже если в тиме Мортис вообще не... Не, вообще реально, как-то там до 5-го, до 4-го места дойти. Короче, ладно. Кот, Ростислав, опа. Вот это да, покрутись. Выйди в центр и покрутись. Выйди в центр и крутись. Все, окей. Это наше, это наше. Да, я сыграю против них, пожалуйста, очень сильно хочу. Я очень сильно хочу сыграть против Ростислава и кота. Капец.
Это ж надо было попасть на сразу на таких с рандомами. Смотри, что делаю. А ну, затащу их с рандомами. Если затащу, это жесть будет. Так, у нас Джин и Роза, окей. Ну, чтобы... Так. Так. А, его отхилили или что? Нет. Сейчас попробуем затащить. Так, 4-5. Эмс. Так, убили Эмс. 9 кристаллов, вы шутите? Кустик съел. Блин, его хер продамажишь с этим. Мы выигрываем. Но у меня решающий гем. Боже, мне так сердце колотится, я вам отвечаю. С рандомом. О боже, мы их выиграли. ЛОЛ! Фу, у меня так сердце колотится, не знаю почему, я очень переживал. Плюс 6, да, мы их затащили. Смотри, сколько кубков. Блин, Никита, я так боюсь идти, чтобы снова идти в бой. Или нас играть, да, еще один бой? Давай. Блин, смотри, какое красивое число. Сейчас. Оно больше всего трофея у меня у кого? На Мортисе. Так, окей. Ну что, Ростислава, а кто у него третий был? Ростислав, Just Do It был. Я играл с рандомами, не знаю, но они тоже на нормальных кубках были. Хорошо, что подобрались пик хороший, Роза и Джин. Ух, жесть, я так переживал, ну держи. Блин, а справа-то тяжело под щитом выносить, еще кустик и хавает. Может, мы им были контр, я не знаю. Я не понтуюсь, не выделываюсь, выиграли. Для меня было важно не проиграть. Вот, все, подберутся соперники, пускай Никита одну катку сыграет, и на этом ролик завершаем. Надеюсь, он выиграет, я очень буду ему подсказывать. Фух. Потому что. Короче, ребята, все выяснилось в следующем. Они нам отдали просто гемы на базе. А я там радовался, что мы выиграли. У нас сейчас ролик, кстати, записывается. Передавайте привет. Круто, привет. Они мне такие говорят, типа, прыгай на трамплине. Короче, мы не выиграли, да? Жаль. Не, ну типа, блин, ну... Ну, блин, ладно, выиграли. Да Я отдал гем. Я просто реально там в начале катки сказал то, что он отдал. Мне не принципиально была победа, я не апал. Мы записываем сейчас ролик, прямо сейчас, кстати, запись идет, можете передать привет. Мы записываем ролик, Никита играет на Мортисе. А, это Никита был? Не, ну это играл я у него забрал планшет. Ну не знаю, я там Спраута забрал, но... Хер знает, выиграли бы мы или нет, ну ладно, ладно. Меня забрал, блин. Так, ох, Никита, так, а что ты сейчас с Мортисом собираешься делать? Ты все-таки его апать сейчас... не будешь. Не, я апать не буду, сейчас Никита играет. Никит, не трать прыжок. Не иди на Розу, не иди на Розу. Иди вправо, влево. Тебе надо напрыгнуть на Эмс, на прыжок. Давай, прыгай и старайся как-то с гаджетами ультовать сразу. А можно я попробую затащить, пожалуйста? Ну просто тут можно затащить, реально, они не очень играют, им победу отдавать не хочется. Кот там стан. Угу. Дал поиграть, да, брат? Ты еще забрал планшет. Пофиг на кубки, все равно забрал. Не, мне просто реально, я не могу сдержаться, хочется прям выиграть. Кстати, а что ты там говорил ему, когда он слил тебе чутка так кубков в... Да ничего не говорил. А, короче, неполноценная катка у тебя вышла. Ладно, давай... Дал поиграть Никите. В итоге забрал планшет и слился. Что, еще будешь? Давай. На. Он тогда еще весь бой... Все. Он тогда... Так, ну что? Погнали. Так. Смотри. Вот, ты должен их выиграть. Должен. Не иди на Розу. А, ты на Брока хочешь? И мне кажется, тебе не надо гемы собирать. Должен собирать гемы Джин. Не, у вас сильная команда. У вас там Сэнди. Иди направо. Не трать прыжки. Тебе прыжок надо копить. Вот сейчас... О, залетай на Брока. Оп, он на гаджете.
Да-да-да, попробую. Е, молодец. Так, хорошо. Ты на розу сейчас... Ну ладно, ты там никуда бы не ушел. Но они нормально, они сейчас должны затащить. Оу, щет. Его джин притянул. Так, направо уходи, прыжки не трать. Направо, направо. Иди в кусты, направо, алло. Прыгай на мой... Вот, давай-давай-давай. Есть, есть, есть. О, да неплохо, хорош. Хорош, убьешь. Ах, чуть-чуть, молодец. Его добьют, красава. Ты его покоцал, смотри, что ты сделал. Молодец. На Брока тебе надо как-то сейчас. Помоги, помоги, не, надо добивать, добивать надо. Пытайся ее добить. Отлично, хорош, все, стой, не подставляйся. Да, вот так, гаджет, найс, найс. Хорош, молодец. Ты тупо надамажил его. Вот сейчас самое главное не профукать гемы. Пробуй как-то выходить. Так, все, добивай розу. И ультуй, а, молодец. Все, убегайте, убегайте, хорош. Блин, там джин. 13 секунд, да продержитесь, нормально. Бегай, 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 манси. Молодчик. Тихо, тихо, еще не выиграли. Тихо, 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 тихо. Давай, на розу налетай, у тебя не решающие гемы. Блин. Ультуй, ультуй, ультуй. Фух-фух-фух. Капец. Так. Пока не ультуй. Все, да это вы должны затащить. Там главное, чтобы джина. Ты можешь идти, у тебя гемы не решающие. Красавчик, Никитос. Молодец. Та! Ты топ мира на Мортисе теперь. Блин, с рандомами малой затащил катку. Поставьте лайк, пожалуйста. Даже я не смог. Ну давай последнюю попробую я сыграть. Чисто полноценную катку. А то я постоянно у тебя вырывал планшет. Это некрасиво, я понимаю. Угу. Да, быстрый подбор. Все, ласт катка, теперь я полноценную сыграю. Короче, Никита молодец. Причем он вообще на Мортисе вообще, ну, опыта никакого нету. Это хорошо отыграл он. Если он бы на нем почаще играл бы, то он бы вообще был бы. Я не знаю, как контрить рикошета. Вообще к нему не подобраться. Ладно, сейчас будем хитрить как-то. Так, ну мне надо выиграть. Ты выиграл, я должен выиграть. С рандомами. Оп. Затащили, ладно. Блин, плохо дело. Не, я тут не затащу. Да блин, вообще жесть. Гля. Да ну. Да ну. Нас просто по КД делают. Я не могу ничего сделать, абсолютно. Ноль. Я полный ноль в этой катке. Что скажешь? Да блин. Не-не-не. Это какой-то контр. Я хуже играю, Никит. Никит, че ты молчишь? Ты со мной вообще... Мне пишут в роликах, с Ромой ты разговариваешь, общаешься. А что мне говорить? Не знаю, меня выиграли. Классно. Меня бомбит просто. Бред. Может, ты вернешь мне кубки? Давай, подберет. Короче, мы решили, что я еще одну катку скатаю. О! Ну как одну? Мы это не вставим. Там жопа. Так, ну я надеюсь, они затащат. Оу, тихо, там Роза сейчас подожмет. Я должен забрать, я должен забрать, я должен забрать. Я должен помочь ему. Ну! Да ну нет, как? Ты видел? Я тупо ультой не попал. Они такие лоу были. Я не то, что не попал, я ее не успел юзнуть. Они все на лоу еще были, рили. Еще и гаджетов не было. Если был бы гаджет, было бы полегче. Да тупо мы ничего уже не сделаем, капец. Трэш. Ну на, ты теперь сыграй. Так. Нашла катку. Надеюсь, сейчас не слить. Не, тебе в центр лучше не надо. Я думаю... А, стоп, а кто у нас мидер? Ну, Джесси, по идее. Я не знаю, кто у вас мидер. Не, рикошета ты не вывезешь. Ну, мы играем по фану, ребят. Это абсолютно не на результат. Это чисто по фану, что вообще... Ну, мы с рандомами играем. Так, тренимся, скажем. Сейчас на центр полечу.
Зачем? Я думал Б забрать. С гемами на центр не надо. Оставь гемы. Хотя... Там Б. Прям на нее прыгай. Ну, пробуй на нее прям. Целься сейчас. Прицелься, прицелься. Не-не-не. Надо ждать момента, выжидать. Опа, мало... Я не знаю. Я тупо мало играет. Блин. Да. Ну, мы пока что лидируем по кристаллам. У нас их 6, у них. Да. Вот это, кстати, можешь. О, давай на Б! А, нет, нет, нет. Давай на Б, на Б, на Б, давай, успеешь, успеешь. Хоп-хоп-хоп, гаджет, красавчик, тихо, аккуратно. Ультани. Боже, ты боженька вообще, боже, что творишь? Не, все, я даже и планшет в руки брать не буду. Никита просто отыграл нас на все 100. Ну, причем, ну, он даже не. Ну, до этого сказать бы там приловчился. Это очень хорошо. Не надо было крутиться. Блин, молодец, Никитос. Последнюю катку моя, и на этом завершаем ролик. Так, я опять сейчас проиграю просто. Никит, короче, апай Мортиса в топ-1 мира у себя на аккаунте. Надо будет. Я тебе тиммейтов подгоню. Так. А кто у них? У них рикошет. Мортис и Джин, все. Мне на Мортиса надо, наверное. Боже, как этот рикошет контрит все. Я не знаю, кто на рикошета пойдет. Нет, мне надо на рикошета и грамотно его контрить. Нита может справиться, справиться с этим. Убейте. Блин, меня, просто убей. Ты видел? Ну ты видел? Просто три атаки впустую. Ну не тапай, не тапай. Мне всегда говорили не тапай, но я что-то думал, что я к нему допрыгну. Ладно. Хорош. Хорош. Так, все, отбили центр. Просто сейчас надо держать центр. Надо держать центр сейчас, да, мы его отбили. Ну, блин, сейчас Нита отдаст им гемы, смотри. И будет у них 8. Да, ну, вряд ли. Я надеюсь. Так. Хорош. Ну, там, смотри, я ванговал. Нита отдаст гемы. Ну, типа, как? Ну, как это понимать? Я не понимаю. Ну, блин, ну, что за бред? Я как мне вообще... Ним один кристалл остался. Уже надо, два. Надо как-то просто джин. Да стоим как-то центр, я не знаю. Трудно, когда тимплея нет. Никак нельзя. Мне нельзя было с гемами так рисковать. Но я рискнул. Стань, стань. Ну почему не застанила? Она застанила, она на атаках убежала. А. Сейчас попробуем догнать. Убили Мортиса. О. Хорош, хорош. Она... Я пойду, пойду, пойду. Боже, я им гем отнес, я им гем отнес. Боже, я да! Ты видел, им гем отнес. Я не могу, я что со мной не так? Я Рачела. Какой там. Стоп, мы можем один гем взять и будет ничья. Так, подожди, подожди. Все, еще и убили. А, ну. Отчет по новой пошел. У нас 10. Все, уходите, уходите, пацаны. Надо убить Мортиса вон здесь, в кустах. Сейчас у нас будет 11. У него все гемы. Все, у нас 11. Но надо еще один. Надо все равно центр держать. Ну, Мортис... Ничья, теперь опять. Так, надо аккуратно. Я буду стараться. Так. Тут просто... Тихо, тихо. Живем, живем. Как же... Боже, как сложно. Тихо, он же сейчас троих нас убьет. Боже... Долго держались. Да ну бред. Да он же убежал. Да да, он убежал. Я хочу выиграть катку, не хочу завершать на такой ноте. Все, ребятки, последняя катка. Извините, что ролик длится 24 минуты. Я думал, я запишу сейчас пару каточек с Никитой и все. В итоге... Джейсон? Нет, это не тот Джейсон. Блин, у нас тима не очень, мне кажется. Да. Роза без хп. Рэмбо. Так. Роза, ну пока держит, держит. Неплохо. Да я плохо играю, в чем? Да не, я про Шелли. Не, Шелли контрит
Розу. Только если... Хотя, ну, у Розы ульта. Не, почему? А у Шелли ульта. Ну, только что она ультанула на Розу под ультой. Вообще ничего не помогло. 200 хп. Оп, хорош! Блин, я вообще себя чувствую бога. Я все свои ошибки вижу. Я ужасно отыгрываю. Мне не нравится вообще. Просто. Хочется красивую каточку. Опа, хорош. Все нормально. Все нормально. Надо забрать эти. Все. Все, затащили. Фух. Главное, теперь не сдох. Да, главное. Это пушка, она же может заработать. Живем? Не умрет? Он умер. Умер. Вот это, я думаю, не надо. У тебя 4. Не-не-не, убегай. Не, убегу. Так, 6, а у него 7. А, 7 у этой. Нет, я сейчас умру опять от розы, которая не умирает. Боже, мы опять, что ли, кристаллы потеряли? Я должен собрать все, чтоб... Все, у меня 10, все. Просто в кустах где-то сядь, чтобы тебе незаметно было. И все. Да. Не, ну на самом деле прикольно, ребят, с рандомами было покатать. Мы слили у нас 950 кубков где-то. Вот. На самом деле реально очень тренирует такую... не знаю, хотя сыгранности мало, но в любом случае тренирует какой-то опыт играть с рандомами. В общем, ну, слили немножко, да и ладно. Ну, как немножко. Ну, каточки были одни, некоторые интересные. Никита вообще, я считаю, молодец, давай пятюню. Хорошо отыграл. В общем, такие дела. Спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на Никитоса, на меня, подписывайтесь на нас и ждите новые видосики. Всем пока! Всем удачи и всем пока!